интервью на радио «Спутник». Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Вы мечтаете оставаться здоровыми и свежими до последней минуты? Тогда слушайте рецепт. Приняв две крупицы этого снадобья, человек теряет сознание и дар речи на целых 3 дня, в течение которых он часто испытывает судороги, конвульсии, и на теле его выступает испарина. Очнувшись от этого состояния, в котором он, впрочем, не испытывает ни малейшей боли, на 36-й день он принимает 3-ю и последнюю крупицу, после чего впадает в глубокий и спокойный сон. Во время сна с него слезает кожа, выпадают зубы и волосы. Все они вырастают снова в течение нескольких часов. Утром 40-го дня пациент покидает помещение, став новым человеком. Именно так, слово в слово, обещал своим клиентам вторую молодость итальянский алхимик, мистик и один из крупнейших авантюристов за всю историю человечества Алессандро Калиостро. Как ему удавалось влиять на умы европейской аристократии? В годовщину смерти демонически притягательного Калиостро узнаем мнение о его способностях у руководителя школы научной астрологии, эксперта в области эзотерического знания Сергея Безбородного. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анна. Калиостро – такая значительная фигура в истории не только 18 века, но и 19-20, поскольку и много было написано и Алексеем Толстым, и Григорием Гориным, и фильмы сняты, и Дюма отец написал Жозеф Бальзамо тоже про Калиостро, и у всех он разный. А точных исторических свидетельств не так уж много, и частично они противоречат друг другу. Так вот, как полагаете, был он вором на доверие или все же обладал какими-то особыми магическими, мистическими способностями? Это случай двойственный. С одной стороны, безусловно, этому человеку было присуще мошенничество, которое он начал проявлять в ранней юности, и даже, кстати говоря, в этой связи несколько инсинуаций вокруг его подлинного числа рождения. В справочниках он значится как человек, родившийся 2 июня, но по свидетельствам современников это было 8 июня. Так вот, Калиостро, владевший астрологией в том числе, он исправил себе дату рождения, потому что 8 июня – это, конечно, день, который бы подтвердил его вот эту авантюристскую жилку среди чисел года. Самые такие отъявленные, хитроумные авантюристы-махинаторы как раз и рождаются 8 июня, в его подлинную дату рождения. Но, с другой стороны, ни в коем случае нельзя отрицать, что этот человек реально обладал эзотерическими или, как можно еще сказать, парапсихологическими способностями, причем многочисленными. То есть все свести к фокусам, к преседижитации, мошенничество невозможно. Он действительно общался с подлинными деятелями 18 века. Это было вообще время, когда сразу появилось несколько мощных личностей, увлекавшихся и алхимией, и астрологией, и магией, и гипнозом. Это и граф Сен-Жермен, и также Джакомо Казанова. И вот Калиостро входил в эту группу, они обменивались опытом. То есть Калиостро – это был один из выдающихся парапсихологов своего времени. Но авантюристская вот эта жилка, которая в нем от рождения была, не позволяла ему сосредоточиться, как говорится, только на чистой науке, а все время толкала его вот в эти вот приключения с целью наживы. Можно привести такой факт из биографии, связанный с его пребыванием в России, когда он утроил количество золотых монет князя Потемкина, и были свидетели, которые подтвердили, что да, количество монет было утроено. Как это удалось Калиостро, так и осталось тайной, но нельзя отрицать тот факт, что только на одном мошенничестве и эстрадных фокусах, ну, не обладая какими-то эзотерическими способностями, невозможно пройти всю Европу и оставить после себя такой значимый след в истории. Здесь мы имеем дело, по всей видимости, с двойственным феноменом, и
двойственной личностью, которая, безусловно, была авантюрной с одной стороны, но с другой стороны, это человек, который с юных лет общался с себе подобными. То есть это люди, которые хотели узнать тайны природы, тайны божественного промысла, магические различные приемы, в том числе алхимические, и эти знания у него были. То есть это не был авантюрист в чистом виде, это был авантюрист-парапсихолог. Возьмем даже вот тот пример с Франции, когда он после очередной авантюрной своей выходки должен был покинуть Францию, он как бы оставил пророчество-проклятие, суть которого заключалась в страшной революции, кровавом потопе, который должен поглотить эту страну. И пророчество на уровне Нострадамуса, потому что оно оказалось очень точным, и впоследствии это пророчество даже легло в его обвинение от папского престола, за что, собственно, в том числе он и был осужден. Известно, что так называемый граф Калиостро, ведь титул он присвоил себе сам, а происхождение его очень простое, от которого он, конечно, старательно открещивался. Так вот, внешне невзрачный граф обладал магнетической властью над женщинами. Ведь остались его многочисленные изображения. Сказать, что он невзрачный, это сделать ему большой комплимент. Он действительно был совершенно непривлекателен. И при этом он совершенно невероятный эффект оказывал на представительниц прекрасного пола. И, ну, естественно, он был умен, это тоже нельзя скидывать со счетов. Какая сила, какого характера сила жила в нем? Дело в том, что как раз воздействие его внешности на окружающих и является доказательством наличия у Калиостро особого дара. Потому что человек, который не может похвастаться внешностью Аполлона, но при этом входящий легко в доверие к любым людям, и не только к женщинам, но и к мужчинам, ни у кого не возникало сомнения, что он действительно великий маг, чародей, колдун, алхимик, магистр и так далее, это подтверждает то, что Калиостро обладал природным гипнотическим даром. Потому что именно люди, кому дан вот этот гипнотический дар, они способны заворожить окружающих, подчинить их своей воле, заставить как бы не сомневаться в подлинности того, что они говорят и что они делают. Потому что действительно графом он не был. Калиостро – это фамилия его тетки, которую он взял себе как более аристократическую и благозвучную. Но ни у кого не было желания все это проверять, потому что ему доверяли. А это следствие его вот этого природного дара. Несмотря на постоянные обманы, сам Калиостро искренне с детства верил в предсказания, в ясновидение. Он верил в незримый мир, который управляет всем в первую очередь, в отличие от мира материального. Но есть и история абсолютно циничная, как то, когда как раз в России у одного из приближенных Екатерины тяжело заболел новорожденный ребенок, и призвали Калиостро, он взглянул лишь на младенца, сказал, что может быстро его вылечить, попросил на время отдать ему ребенка. Ребенок скончался, и он тогда просто купил похожего ребенка в многодетной семье и отдал родителям. И только позднее родители, конечно, увидели, что ребенок был подменен. И когда эта история... Я в курсе, да. Да, дошла до императрицы, его выслали из России. Пример в высшей степени циничного отношения к вопросу. Обманывать одно, наживаться, его же озолотили за это, все были счастливы, наживаться на родителях вот таким примитивным способом. Ну, конечно, в биографии Калиостро были поступки, которые мало красят этого человека, несмотря на всю его такую эзотерическую наклонность, глубокие познания в разных науках, подлинные познания, несмотря на дар его внушения, безусловно, были крайне предосудительные вещи. Но обратите внимание, что Калиостро под конец своей бурной жизни он совершил покаяние, официальное покаяние и даже
должен был быть приговорен к сожжению по типу Джордано Бруно, но тогдашний Папа Римский в последний момент заменил сожжение на пожизненную тюремную ссылку, на тюремное заключение, откуда Калиостро уже и не вышел. Я полагаю, что вот это покаяние и финал его жизни – это вот как раз и есть тот момент, когда он платил за свои плохие поступки, за грехи, за это мошенничество. Поэтому, наверное, этот человек как бы отдал свой моральный долг таким образом тем, кого он обидел или обманул. Про его жену, красавицу, она с ним какой путь колоссальный прошла? Мало того, что он уговорил ее выйти за него замуж, он в дальнейшем стал ею приторговывать. Он был сутенером самым настоящим. И были периоды в их жизни, в частности, когда из Испании их изгнали, и они шли какое-то время пешком, она его содержала, торгуя телом. Хочется понять, были ли у него вообще какие-нибудь рамки в его сознании? Нам, людям, живущим в 21 веке, крайне сложно судить о системе взаимоотношений людей из века 18-го. С одной стороны, формально кажется, что тот факт, что Калиостро использовал Лоренцо в своих целях как женщину, хотя это была его супруга, кажется чудовищным, на самом же деле все гораздо сложнее. Потому что, во-первых, 18 век, Европа – это период очень свободных отношений, и нередко мужья были в курсе того, что жены состоят в отношениях с другими мужчинами. Ну, было ли это за деньги или там по какому-то обоюдному согласию – это уже другой вопрос. Однако все это не было столь шокирующим, как это кажется сейчас. С другой стороны, о Лоренцо можно сказать только хорошее, потому что она очень любила этого человека, и она верила в его сверхпредназначение. Поэтому все, что делала Лоренцо, было направлено на поддержание своего мужа, даже в тех делах, которые, казалось бы, предосудительными и авантюрными, Лоренцо в любом случае хотела его как-то поддержать. Поэтому, да, случались моменты, когда она, как женщина, используя все доступные ей средства, помогала мужу, в том числе и вступая в отношения с другими мужчинами. Все это действительно было. Но очень важно относиться к этому не с позиции ханжеского обывательства, а пытаясь понять специфику того времени и специфику отношений двух конкретных людей. Как, на ваш взгляд, с точки зрения эзотерики, все же Калиостро был служителем или адептом темных сил? Душа каждого человека является плацдармом для борьбы светлых и темных сил, которые попеременно побеждают. В масштабных личностях, таких как Калиостро, эта борьба, она приобретает эпохальный характер. Поэтому я не стал бы однозначно его демонизировать. Были и светлые поступки, которые он совершал. Он занимался немножко и целительством, и были эпизоды, когда он действительно людям помогал. Но просто история в основном оставила, конечно, как это всегда бывает, исключительно темные стороны. Поэтому, подытоживая, могу сказать, что многое было в нем и светлое, и темное, и именно поэтому интерес к личности Калиостро не ослабевает по сей день. Я благодарю вас за эту беседу, Сергей. Спасибо большое. 26 августа 1795 года скончался тот, кто утверждал, что его родителями были принцесса и ангел. А личными впечатлениями от дарований авантюриста и носителя весьма нетривиальных знаний Алессандро Калиостро делился руководитель школы научной астрологии, эксперт в области эзотерического знания Сергей Безбородный. Интервью на радио «Спутник».